Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником Святой Троицы. И особенно радостно совершить богослужение в этот день в обители преподобного Сергия, носящее имя Святой Троицы. Не случайно наш великий угодник Божий в честь Святой Троицы нарек имя сему месту, потому что Троица Бог есть начало начал, есть причина всего и конечная цель. И все, что существует в мире, весь космос, все творение Божие, это Его творение. И если есть в этом творении смысл, то только один смысл, который не может определяться волею человека или волею физических законов, или волею стечения обстоятельств. Может быть только один смысл в этом Божьем великом космическом творении. Это Его воля и Его божественный замысел. Мы сегодня празднуем сошествие Святаго Духа на апостолов через жизнь, страдания, смерть и воскресение. Господь Иисус Христос, Сын Божий, воплотившийся, исцеляет человеческие грехи, искупляет человеческую вину пред Богом и восстанавливает реальную живую связь между Богом и человеком и наполняет эту связь не человек, не имеющий такой силы, но сам Бог, передавая людям свой божественный дух, свою благодать, свою энергию. Святой Василий Великий, которому принадлежат особо мудрые и сильные слова о Святом Духе, между прочим, а прочее тоже наполнено большими смыслами, говорит о том, что Святой Дух усовершенствует все другое. Это великие слова. Значит, Святой Дух усовершенствует и нас. Святой Дух совершенствует творение Божие. И вот над этими словами нужно задуматься. Что это означает? Мы живем в мире, окружены различного рода проблемами, заботами. У каждого есть свое. Каждый ставит перед собой какие-то цели, большие, средние или совсем маленькие, небольшие цели, и стремится достигнуть этих целей. И если человек достигает больших целей, открытий в науке, каких-то прорывных философских идей, если он достигает большой власти, то очень легко вообразить, что творцом всего этого, собственно, и является человек. И тогда у человека то, что называется, голову сносит. Он перестает видеть очевидные вещи, даже взирая на безграничное звездное небо. Он даже перед этим величием космоса и то не смиряется, он считает себя творцом. На самом же деле Бог творит все новое. Он творит в том числе и через человека. И если человек сознает, что творцом всего, в том числе его самого, является Бог, и что без Бога ничего невозможно сделать,
то человек от этого своих творческих сил не теряет. Он может творить без Бога. Только его творение рассыпается в хлам, в прах и в пепел. И, может быть, не сразу, а по прошествии каких-то лет, иногда значительных, а иногда и совсем незначительных. И великой картиной этого человеческого творения без Бога является Вавилонская башня. Но разве только одна эта башня древних? Сколько таких башен созидалось в течение истории? И не только в прямом смысле, не только крепостные стены и башни, которые казались неприступными и возгревали человеческую гордыню. Где они, эти великие крепости прошлого? Но не только крепости строились города, создавались империи, могущественные общественные объединения, которым казалось, что не будет конца их господству. Где эти человеческие достижения? Мы только можем иногда видеть памятники археологии, исторические памятники, и смотрим на все на это с удивлением, поражаясь творческой силе человека, но сознавая, что результата нет. Он где-то там в прошлом. Он не живет. Его не существует. И не надо уходить так далеко. Не нужно взор свой обращать к египетским сфинксам и пирамидам. Достаточно посмотреть на нашу собственную историю. Всякий раз, когда мы создавали нечто, считая себя творцами и отвергая Бога, мы никогда не достигали цели. Мы всегда творили то, что потом разрушалось и чаще всего приносило страдания людям. Сегодня человечеству как никогда кажется, что оно достигло самого большего могущества, какое только возможно достигнуть, и еще устремляется далее, чтобы еще больше иметь этого могущества. И действительно, чудеса науки и техники превосходят всякое человеческое воображение. И многим кажется, вот он, человек-творец. Вот он, создающий умные машины. Вот он, создающий искусственный интеллект. Ну что же может быть сильнее его? Но все это пройдет. Дай Бог, чтобы только не унесло с собой и сам человеческий род. Потому что без меня ничего творить не можете, говорит сам Господь. А для того, чтобы наши труды, для того, чтобы наше творчество приводило к добрым последствиям, чтобы оно не исчезало, а сохранялось как оплодотворяющая сила человеческой памяти, чтобы было так, мы должны свои творческие усилия, а проще говоря, свои дела сочетать с помощью Божией, призывать Господа в помощь. И если человеческие деяния будут оплодотворяться силой Святаго Духа, это будет подлинное творчество, великая синергия, то есть соединение двух начал, божественного и человеческого. Именно только такое творчество и может привести к благу, счастью род человеческий. Мы сегодня прославляем Святаго Духа Утешителя, божественную силу, которая живет и действует, Бога, который является нам в этой божественной силе, и просим Господа, чтобы Он ниспослал благодать Святаго Своего Духа
на церковь нашу православную, Вселенскую православную церковь, чтобы сохранил ее от разделений, от скорбей, от различного рода напастей внешних и внутренних, потому что Дух действует Божественный в мире через Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Мы, конечно, сегодня молимся о нашей русской церкви, объединяющей множество народов, простирающей свое духовное попечение над многими странами. Мы молимся, чтобы через нашу церковь Дух Святый оплодотворял творческие усилия народов и отдельных людей. И чтобы все то, что совершалось по милости Божией, приводило к добрым последствиям, помогая людям и духовно, и материально укреплять свою жизнь и совершенствовать свое общежитие. Мы молимся сегодня о том, чтобы Господь прикоснулся своей благодатью каждому из нас, вне зависимости от нашего положения, возраста, образования, имущественных возможностей, каждому прикоснулся своей милостью, потому что каждый творит свое, и чтобы это наше личное действие, наш личный творческий акт оплодотворялся всегда силой благодати Божией. Вот тогда верим, что и Отечество наше процветет, станет духовно сильным и не только духовно. Тогда у него, у нашего Отечества, будет силы для того, чтобы совершать свою миссию в человеческом роде. Но это будет только тогда и только при условии, если народ наш в самом себе, в жизни своей, соединит божественное и человеческое, действие Духа Святаго и свои усилия. Аминь. С праздником поздравляю вас!